34-летняя Айза Анохина воспитывает двоих детей. Бизнес-леди призналась, что старается быть предельно откровенной с сыновьями. Старшему сыну Инстадиву 9 лет. Мама поговорила с ним о сексе. Она призналась, что рассказала Сэму все как есть. Есть мужчина и есть женщина. Они влюбляются заниматься любовью, и у них рождается ребенок, если не предохраняться. И да, я добавила, что сексом не только для рождения детей занимаются и не только те, кто влюбляется, поделилась Айза в Инстаграм. Она заявила, что рассказывает сыну все о наркотиках, алкоголе и заболеваниях, которые передаются половым путем. «Я расположила к себе Сэма максимально. У нас даже есть правила. За жесткие нарушения или хулиганство я не ругаю, если он в нем сознается», – добавила Анохина. Звездная мама приучает сыновей к максимальной самостоятельности и хочет, чтобы они сами учились на своих ошибках. Она даже не делает с сыном уроки, предоставляя ему полную свободу. «Получил 5, это его пятерка. Получил 2, тоже его», – отметила телеведущая. Она также показала поклонникам своих родителей. Айза сообщила, что они живут вместе уже 36 лет. «От папы мне достались большие уши, большие ладони и вечно грустные глаза. А от мамы – тот самый взгляд магнум. Я люблю своих родителей, хотя иногда мы совершенно друг друга не понимаем. Но я всегда скидываю это на разницу поколений», – написала блогер. Первого сына звезда родила от рэпера Гуфа. Второму ребенку Айзе 3 года. Сэм появился в браке с серфером Дмитрием Анохиным. Недавно Айза Анохина страстно целовала девушку для видео 18+. Знаменитость призналась, что она отказывается носить натуральный мех. Инстадива показала обнаженную спину после модной процедуры.